Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами Галина. Сегодня я попробую приготовить кляре мяско куриное. Делаем кляр. Кляр мы сделаем. У нас осталось пиво, у меня маленько осталось. Будем делать на пиве кляр. Посмотрим, сколько тут осталось. Мало его, конечно, осталось. Стаканчик один. Тут больше стаканчика. Выливаем это все. Убираем в сторону. Так, вбиваем сюда мы 3 яйца. Наше пиво. Забурлило. Пиво какое хотите. Какое у вас есть такое. Так, убираем в сторонку. Добавляем сюда соли маленько. Подсолим это все дело. Берем вилочку, вилочкой размешаем. Так мы размешиваем. Вот пивом пахнет. Вот так, чтобы не выкидывать, не выливать. Мы делаем вот так. Размешали, теперь добавлять будем сюда муки. Муки будем понемножку высыпать. И будем тесто делать гуще, чем на блины, но пожиже, чем на оладьи. Вот такое по густоте. Посмотрим, какое оно. Будем мешать, помаленьку добавлять. Смотрите, сколько нам надо муки. Эта процедура будет достаточно утомительная. Комочки вот так разбиваем о стеночки. Добавляем еще муки. Ой, не падай. Еще добавляем муки. Смотрим, что у нас тут. Так, у нас там сковородочка у меня колится с маслицем. Будем жарить в масле. Вот я включила сковородочку, налила копорку, налила в сковородочку масло. Вот у нас масло там накаливается. Хорошо, кусочки надо размешать, их разбить, чтобы не было комочков. Вот у нас какое тесто будет. Бьем, бьем его. Мешаем, мешаем. Хорошо размешиваем. Наверное, достаточно будет муки. Так, мы его разбиваем. Посмотрим, какое по густоте будет. Вот. Вот оно какое. Попробуем, если будет жидковато, еще добавим. Да я думаю, наверное, нормальное будет. Больше не надо. Еще ложечку одну добавим. Попробуем. Вот так. Вот сделали мы вот такой кляр. Вот такой кляр у нас получится. Вот. Я думаю, что достаточно. Берем наше мяско. Здесь у меня мяско. Ну, можно, короче, любое мяско брать, только тоненькое порезать его. Можно колбаску вареную, можно сюда филе любой рыбки без костей. Что можно еще? Отварную цветную капусту можно будет в кляре делать. Ну, кляр можно делать, конечно, не на пиве. Но мы попробуем вот так сделать. Я взяла курицу. Кусочки куриного мяска. Так. Смотрим, что у нас тут делается. Наше масло уже готово достаточно. А нет, еще пусть еще покипит.
Мяско куриное я просто его посолила. Больше ничего с ним не делала. Ну что, будем отправлять. Уже готовое масло разогрелось у нас. Берем вторую вилочку. Попробуем. Опускаем каждый кусочек вот так, обмакиваем. Раз, его обмакнули быстро. И сюда. Неудобно. Удобно мне, неудобно. Опа. Уже поехала. Кусочки уже обжариваются. Прибавим еще больше. Опа. Оп. Да. Вот выкладываем наше мяско. Маленько влезло. Чего? Маленечко вот сюда. Обжаривать. Вот оно у нас какое получается. Мягко. Положим сюда лучочек наш. Остался маленький лучок. Мы его сюда же закинем. Тоже поджарим. Так вот. Его помешаем. Маленечко левой рукой. Вот так. Ой, пусть жарится. Наше мяско с луком готово. Вот что у нас получилось. Я не стала откидывать на бумажное полотенце, а сразу же сюда их. Можно было, чтобы жир стек, но мы сделали так. Все, блюдо готово. Всем пока-пока.